Вітаємо вас, шановні друзі. Всі ви, як дорослі люди, та навіть і дітлахи мають догадки стосовно того, що все, в тому рахунку, все гарне, все прекрасне, все ж таки має свій кінець. Добіг кінця рік, добіг кінця наш цикл, наш серіал «Кот-клуб одеських телеглядачів». Ті, хто збиралися, коли його відкривали, сьогодні зібралися у цій затишній вітальні нашого клубу, щоб висловити всі свої почуття і роздуми стосовно того, що це воно було таке. Відкриття Одеської студії телебачення, 60 років Одеської студії телебачення. Це скільки п'ятирічок? Давайте підрахуємо, як по-старовинному. 19. І як ми будемо прощуватися з нашими глядачами в цьому році, на цьому, так би мовити, етапі капіталістичного будівництва. Ну, природньо, за традицією, давайте надамо слово людині, яка в такий важкий, суперечливий, протирічний час відважилася взяти на свої плечі відповідальність за все, що відбувається на телебаченні. Сергій Васильович, якими словами будемо вітати глядача? Я би спочатку вспомнив, як би ми починали це все, з чувством якогось навіть страху. Получится, не получится, большая очень ответственность. Вот. В конце февраля вышла первая передача, и мы с Кимом Борисовичем обсуждали этот цикл. Я очень боялся, что не хватит гостей, желающих прийти в эту студию до нашего юбилея. Получилось так, что у нас не хватило времени всех показать, поэтому мы приняли решение продлить этот сериал до конца года. Сегодня 31 декабря. Мы заканчиваем с вами встречаться именно в этом цикле программ. Обязательно будем продолжать это. В каком виде будем решать, придумать с вами телезрители, будем общаться. Пока сможем, пока нам дают и время, государство пока нам оплачивает эфиры, будем общаться. Очень было волнительно, и я считаю, что одной из самых главных наших побед вот в этом цикле, это то, что мы вспомнили очень много людей. Очень много людей, которые работали здесь, которые сотрудничали с нами в разной степени. Я считаю, что это огромная заслуга этого цикла нашего клуба детских телезрителей. Ну и перш ніж надати слово нашим дуже-дуже серйозним людям, фундаторам фактично оцієї студії і тим, хто стояв біля джерел нашого циклу, давайте хай пам'ять нашого відеомагнітофону поверне нас до тих часів, коли наша студія робила перший, другий, третій, ну, багато, п'яті кроки.
Мені здається, ви так доторкнулися до тієї своєї рідної атмосфери, яка тоді була і у суспільстві, і в державі, і в народі. Ну і у нашій студії, бо це той самий Новий рік. Ми не можемо точно сказати, який це був Новий рік, але це десь 60-ті. Скажу, це був 62-го на 63-й рік. Отак. Цей концерт називався «Добрий вечір». Кажуть, що тоді на кожен Новий рік до ефіру йшла «Карнавальна ніч». Так було, але до ефіру йшли оці епізоди Одеської студії телебачення. І природня на вулиці було трохи менше народу, ніж завжди, бо всі йшли дивитися таке чудо. Новий рік на Одеському телебаченні. Це був ансамбль Власова, да. І треба, мабуть, сказати кілька слів про Власова, про його ансамбль і про ту ситуацію, яка взагалі складалася на студії. Ну що, ми фільми тут знімали вечорами, ночами писали музику, писали фонограми, зйомки були теж ночью. Вітя Власов, он играл свою музыку в основном, он композитор, мы с ним уже встречались в нашей передаче. И снимались все детские актеры, снимался Котов Евгений Александрович, снималась Полякова Лидия Филипповна. То есть снимались мы сами. Вот Володя Павлов, например, играл Деда Мороза, который в этом фильме. Режиссером фильма был мой учитель, коллега, друг Анатолий Николаевич Мамонт-Завялов. Это был первый фильм, одесский фильм Одесской студии телевидения, снятый, как мы говорили, на широкую пленку, это 35-миллиметровая пленка. И она шла, как говорится, я уже говорил, на Новый год. И вот этот мультэффект, он тоже не просто давался. Снимали это, изначально снимали на кинопленку. Да. Это сводили потом уже на видео. И тем не менее, я ошибаюсь, тогда да? Еще видео не было. А вот режиссер меня поправит. На кинопленку. Все снималось на кинопленку. Я и сказал на кинопленку. Ни на видео не сводилось. Видео кинопост, не было. На кинопосте стояла камера, которая считывала изображение с кинопленки. Превращала изображение с кинопленки в электронный сигнал. Ну, это покадровая съемка была, чтобы было движение. Это покадровая съемка, это проявка последующая, потом монтаж. Это делалось за несколько месяцев до Нового года. Вот хорошо жили. Там хронометраж был, допустим, 30-40 минут. Можно было их делать несколько месяцев. Если бы я за несколько месяцев принес руководству 30 минут, меня бы даже не уволили, а посадили бы в тюрьму. Все-таки жизнь была тогда более творческая и менее лимитированная. Как? Да, бесспорно. Бесспорно. Ну, с ним, прости, пожалуйста. Сложно сказать, была ли она более творческая, просто другая технология. Трудоемкая. Другого не было предусмотрено. Производилось кино только так. А насчет того, была ли она более творческая, это вопрос спорный. Вопрос к зрителям. Да, но зритель тоже разный. Недавно нам один зритель позвонил и говорит, все хорошо, кроме одного. Все прекрасно. Я лично, так сказать, принадлежу к поколению, которое с удовольствием. Но учтите, что ваш зритель уже умер. Еще мы сделали вывод, что он как раз не умер, раз он звонит. Это же наш. Вот. А вообще, вот с чего мы начали, что все имеет свое начало и конец. Но ведь диалектики правильно говорят. Где конец, там всему начало. Это, кстати, тезис уместно повторять как раз перед Новым годом. Ну, заканчивается год, что из того? Начинается новый, заканчивается наш цикл. Ну и что? Придумаем что-нибудь еще. Как, Сергей Васильевич, придумаем? Ну, обязательно. Как? У нас, знаете, как говорил Хлестаков, легкость в мыслях необыкновенная. И интересно, что память нашего видеомагнитофона сохранила то, что на него загнали с кинопленки, как выясняется. Ну, не было видео. Я, например, так давно живу на свете, что помню, когда появились, наконец, видеомагнитофоны, отечественные, советские. Ну, я боюсь, он сколько стоил? Где-то как «Волга» примерно, да? Сколько стоил видеомагнитофон советский? Не знаю. Не, ну, около 2000 советских рублей электроника. Да, но да, сначала да, появились японские. Да, ну их привозили. Это моряки. Вот. И тем не менее, дожили, слава тебе, Господи.
до того времени, когда мы можем с помощью видеомагнитофона возвращаться практически в любые времена, которые, конечно, сохранились. Почему некоторые времена не сохранились, мы об этом будем говорить в другом месте и другой передаче. Поэтому давайте все-таки вернемся к былым временам. Одеського телецентру, який щойно відкрився. В Одеса не буде більше заздрити ні Києву, ні Львову, ні Луганську, ні Харкову. І тут з'явилося ще одне вогнище культури. Це вже 8-й телецентр, що діє на Україні. Режисер Кривохатський починає передачу оперети «Морський вузол» у виконанні артистів Одеського театру мускомедії. Трудящих Одеси, ось так, як робітники джутової фабрики, стали телеглядачами. А все ж таки, диво, от справжнє диво. Виросли кілька поколінь людей, для яких телебачення, телебачення на здоров'я. А я особисто сприймаю бажаючі присутні як справжнє диво. От ми зараз опинилися в якому десь 56-58 році. От так елементарно. А це відбувалося тоді от на цьому самому місці, де ми зараз сидимо. Як сказати про це інакше, ніж що це диво? Справжнє диво. Не буває таке в природі. Бо річка літа, вона йде ззаду наперед і все, і не повертається. Ан повертається. І це дає нам можливість саме на телебаченні. От якщо запитати в нашого ветерана, давай нагадаємо, з якого року, Віктор Олександрович, ти? З 58-го року, з мая місяця. 58-й. Саме коли тут перетинали оцю ріку. Ясно, що було усіляке. Який епізод, яке згадування можна сказати найбільш яскраво? Трудно сказати. Для нас це було все откровення. Все до єдиного в этой студії, в той студії, де ми починали цю передачу, нашу передачу з 56-го року. Все було, все приходилось. Все, в общем, начиналось сначала, как говорится. Мы все учились сами. Сами мы учились всему здесь. Вот в этом же фильме «Добрый вечер», фильм-концерт, Анатолий Николаевич, постановщик этой картины, сам передвигал куколки, сам передвигал, ставил танец бабам-йогам, который там, я не знаю, взяли ли этот фрагмент, взяла ли наш режиссер для этой передачи. Вот так вот все. Эту традицию мы, собственно говоря, как эстафету приняли у вашего поколения, потому что по сей день очень много приходится делать самим. И ничего получается как-то. Ты сам делаешь себе декорации. Разве только я. Значит, вот так вот делаем, потому что это та сфера, где, я не знаю, может, кто-то и считает это просто работой. Это же не просто работа. Это даже не просто искусство, это образ жизни, да. Который до такой степени диффузировал с душой. Вот что можно сказать. Константин Иванович, ни много ни мало с момента записи в трудовой книжке поступил на работу, тоже ж прошло энное число лет, да? 47. 48-й год я здесь на студии. Вот. Я ничего не преувеличиваю. Я говорю, что это не просто работа. Кто-то тогда поступил на завод, кто-то на фабрику. А ты сюда, тоже на производство. Вот несколько слов об этом. Виктор Александрович сказал, что для него приход на студию был чудом. А для меня студия и по сей день чудом остается. Не могу я назвать это работой. Это на самом деле, это образ мысли, это образ жизни. Мне не скучно на 48-м году работы, мне здесь не скучно. Я признателен судьбе, что она меня занесла на студию.
Я признателен тем людям, о которых мы говорили в этом цикле наших передач, посвященных 60-летию. Я признателен, что они, им, что они были рядом со мной. Я у них учился всему, не только профессии. Я учился всему. А сейчас я учусь у молодых, ведь они совсем другие. А вопрос, вот когда было больше творчества, тогда или сейчас? Творчество либо есть, либо его нет. И у кого оно в душе, оно будет всегда. А кто приходит сюда отбывать номер просто так? Тут быстро вылетает. Это муки, это муки. На работу надо идти радостно. Ну, не всем такое счастье, но в данном случае все-таки это счастье. А если за это счастье еще немножечко и платят, то это уже, знаете, полная гармония. Хотелось бы, чтобы платили немножечко, но что есть, то есть. Понятно. Вот, видишь, люди требовательные, особенно одесситы. Вот мало того, что им счастье дали, так еще и, значит... Да. Ну, это шутка, которая вполне уместна в предновогодний момент в эфире. А что касается оплаты, вот как-то директор паузу держит, потому что это по его части, но он как-то не вмешивается в этот момент. Ну, не директор платит. Платит нам государство. Тарифы, к сожалению, такие, как всегда обещают, лучше. Посмотрим. Посмотрим, что нам 17-й год принесет. Да, что год грядущий нам готовит. Интересно наблюдать было за тем, что вот на этих местах меняли друг друга, и эти места сохраняли тепло, как говорится, от субботы до субботы. Очень известные люди. Люди, которые являются лицами Одессы, лицами Одесской области, лицами Украины. Это герои Украины. Это почетные граждане Одессы, почетные граждане Одесской области. Они... с измальства связаны были так или иначе с телевидением, как зрители, ну и как в дальнейшем участники передач, называли разные имена режиссеров, операторов, ведущих, дикторов, но все как один, совершенно не сговариваясь, обязательно называли одно имя. Это имя... Нелли Степановна Харченко. Совершенно верно. Нелли Степановна Харченко, которая была, по меткому выражению... Виталия Николаевича Нахапетова, попаданием в десятку сразу. Вот. Когда отмечали 60-летие, Нелли Степановна все-таки нас посетила. Ей было это непросто. И опять-таки вот это чудо телевидения, чудо видеомагнитной записи, ВМЗ, как говорится, вот позволяет нам сейчас вернуться уже не на 60 лет назад, а не на 50, а вот в октябрь, да, в октябрь текущего, утекающего от нас года, когда Нелли Степановна пришла и обратилась к нам, ко всем и ко всем зрителям. Давайте посмотрим и послушаем. Я себе позволю сегодня, это подсказывает повод, по которому мы все соберемся в этот день, начать теми же словами, которые прозвучали ровно 60 лет тому назад. Тогда мы выходили в эфир так. Увага! Говорить и показывая Одесса. Добрый вечер, шановні друзі. Потом в эфире появлялась новая заставка, а за ней вслед за этим шли наши передачи. Я сегодня хочу поздравить связистов. Это настоящие кулибины Одесского разлива. Они учились в Институте связи. И там впервые на телевидении создали студию, оборудование для студии. Поэтому в этот день, скорее всего, юбилей у них, у связистов. Там всегда пахло дымком от паяльника, несмотря на то, что а именно, может быть, и потому, что оборудование было ламповым. О микросхемах никто, еще никто ничего не знал. Но они работали, потому что решили подарить городу телевидение. А без техники, без оборудования телевидение существовать не может. Дорогие коллеги-связисты, в первую очередь вас с праздником, с 60-летием Одесской студии телевидения. Конечно же, я поздравляю своих коллег, в первую очередь режиссеров, редакторов, операторов,
талантливых монтажеров, что очень важно в нашей профессии, всех тех, кто полюбил это телевидение и дерзает, делает первые шаги, начиная новое телевидение, то есть молодых, кто уже пришел на Одесскую студию телевидения. Я желаю вам, мои дорогие коллеги, молодые, конечно, успеха. Но успех – это прежде всего любовь к профессии. Полюбите телевидение так, как его полюбили мы в свое время, те, кто был первым. Полюбите свой город. Одесса достойна того, чтобы ее любили. И глубже вникайте в профессию, учитесь у мастеров. Учитесь сами, если сейчас нет практики повышения квалификации. Учитесь, будьте внимательны к тому, что на экране делают профессионалы. Итак, в добрый путь, счастья, хорошего настроения и доброго телевидения вам. Сейте добро. Ну вот как тут среди мухом не услышать аплодисменты зрителей, переходящие в овацию там, по ту сторону экрана. Хотя, наверное, в основном это все-таки зрители старшего и среднего поколения. Да? Мы еще имеем возможность вспомнить имена и тех, кто жив, слава Богу, и пусть живут еще тысячи лет, по ту сторону экрана сейчас видят и слушают нас, ну и тех, кого с нами нет. Давайте воспользуемся тем, что Новый год еще не наступил. Кого припомним? Кому поклонимся? Привет, кому передадим? Всем нашим друзьям, которые отозвались, пришли к нам на эфиры, которые звонили, передавали привет, приходили. Вот мы боялись, что до 1 октября у нас не хватит наших друзей, которые к нам приходили. Оказалось, что их настолько много, слава Богу, что мы работаем до конца этого года. Константин Иосифович. Я не стану называть фамилии, потому что это очень ответственно. Я боюсь кого-то не назвать. Я знаю, что разноречивые отклики были о нашей вот этой передаче, посвященной 60-летию. Но кому-то она нравилась, кому-то нет. Но как только мы начали этот цикл, всякие разные организации в городе Одессе стали праздновать 60-летие Одесского телевидения. Не приглашая при этом юбиляра на праздник. Но это не важно. Это не важно. Выяснилось, что у нас кроме первого режиссера есть и последний режиссер телевидения. И это тоже не важно. Важно, что были названы имена людей, которые создавали это телевидение. Создавали телевидение, которому, уверен, конца не будет. Будет Одесское областное телевидение. Я рад, что мы называли фамилии наших ветеранов, наших бывших сотрудников. А для меня они не бывшие. Для меня они частичка моей жизни. И я хотел бы всем нашим бывшим сотрудникам пожелать мира, добра и здоровья. Мы вас помним, мы вас любим и большое вам спасибо. А вот то, о чем мы сейчас говорили, напомнило мне эффект бревна. Может быть, новое поколение не очень поймут, о чем идет речь, а вот средние и старшие хорошо помнят, что когда в 70-е годы, и просто в 70-м году отмечали столетие вождя, то вдруг оказалось, что такое ужасающее количество людей несло на том субботнике знаменитого. Две с лишним тысячи. Сколько? Две с лишним тысячи. Выяснилось, что несли бревно с Владимиром Ильичем Лениным на этом субботнике. В цикле наших передач выяснилось, что бревно с Нелли Степановной Харченко на субботнике несло 558 человек. Это не важно. И не только с Нелли Степановной появились, значит, люди, которые просто были на этих с мамонтом, которые, значит, при разных там обстоятельствах, в том числе и при пикантных, значит, что-то там помогали Викентию Юрьевичу Пруку, там тоже какое-то бревно нести и все такое прочее. Вот интересно все-таки. И даже отрицательные какие-то были выпады, но ведь они появились в связи с тем, что мы этот цикл все-таки учредили, и мы его выдавали и держали.
Это, наверное, тоже, ну, обратная сторона медали, не без того. Я сейчас говорю не о критике, я говорю о критиканстве. Без нее тоже не было, наверное, без нее и не будет в дальнейшем. Не бывает. Но это как? У любой монеты две стороны, да? И у Луны тоже есть другая сторона. Мне, честно говоря, очень жаль, что этот цикл у нас закончился. Я к нему так привык. Ну, давайте так, чтобы грусть, тоска не доедала Виктора Александровича Топчева, мы придумаем в начале следующего года что-нибудь еще. Вот зрители нам подскажут. Кстати, Ким Борисович, дело в том, что у нас через два года ровно 60 лет, как вышла отсюда, с этого здания, первая передача. 58-го, да, через два года. Так что мы можем тоже праздновать 60-летие. Со дня первого то есть можем отсюда уже начинать следующий цикл. Вот, я об этом и говорю. Ну, он будет рассчитан уже не на год, а на два, да? Ну, конечно, конечно. А что директор по этому поводу скажет? Давайте. Давайте попробуем. Очень жаль, да. Вообще говоря, когда мы были маленькими, следовательно, все бревна были еще впереди, то в ходу были такие стихи, говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Но ни одной сингазеты не было без этого стихотворения. Уж кто его там сочинил? Наверное, Маршак или Барто, или даже автор российского гимна Сергей Михалков. Да. Вот. Но, тем не менее, ну, есть такая надежда. Надо бы что-то и загадать. Вот идут часы последние уходящего года. Во-первых, как нам его оценить? Сколько мы его поставим по пятибалльной системе этому году телевизионному? Былые годы на партийных собраниях говорили, признать работу прошедшего года удовлетворительной. Но удовлетворительная – это тройка, да? Нет. Да, тройка. Тогда не было другого, хорошо или отлично, удовлетворительно. Ну, да. Самая лучшая оценка была такая. Это по партийной части. Да. Ну, были же у нас и беспартийные люди тоже. Да. А были и неуды, да, какие-то. Вот не будем останавливаться на неудах. Не нужно. Ну, а что касается хор и отл? В следующем году все будет хор и отл. Вот уже загадал, да? Вот уже загадал на следующем году, чтобы все было. То есть совсем все. Или и что-то? Удача пусть будет с нами. Понятно. А что бы хотел глава этого предприятия, которое делает такую своеобразную и не бесспорную продукцию на следующий год, загадать? Оно сбудется вообще. Вот как сейчас скажем, так и будет. Ну, мы же, в принципе, загадали тематический план на следующий год. Хотелось бы, конечно, чтобы было хотя бы хор. С плюсом. Да. Все это зависит от нас. Вот Константин Йосипович абсолютно точно сказал насчет творчества. Хотелось бы, чтобы наши сотрудники думали о творчестве. А потом о себе. Да, а потом о себе. И чем больше у нас таких сотрудников, они у нас есть. У нас есть хорошие передачи. Мы обновляемся. Вот насчет удовлетворительного, я согласен. Удовлетворительно. Мы запустили в этом году еще одну студию маленькую. Эту студию обновили впервые, если не ошибаюсь, с 70-х годов, где-то в начале 70-х годов. Стремимся, делаем. Люди нам помогают и помогают, кстати, вот начали помогать и в связи с 60-летием нашей студии, откликнулись наши друзья, которые имеют возможность нам помочь, помогают. Спасибо им огромное за это. Да, но я думаю, что если по ту сторону экрана сейчас сидят люди, которые, ну вот, деньги им жгут карман, например. Это говорил Филимонов. Да, он нам тогда пожелал хорошего. Не знаю, куда это вот. Наши друзья. Да? Если они обратятся к нам вот с этим, то отказа ж не будет. Нет, да? Ни в коем случае. Как? Ни в коем случае. Отказа не будет. И еще, что зависит от нас, сделали, делаем и будем делать, и не требуем за это никаких наград. Хотя, когда приходит какая-то награда, приятно, в общем-то. Ну, не ради этого, но это как-то вдохновляет. Но надо бы нам сейчас решить еще один вопрос. А что в будущем году
будет зависеть от главного потребителя нашей продукции, от нашего зрителя. Зрителя. С чем мы должны к нему обратиться? Чего мы от него ждем? Откликов. Откликов. Вот эта передача, очень много было звонков, и было, да, в течение года. Вот. Мы, в принципе, открыты для всех структур, общественных, телезрителя нашего. Звоните. Звоните, есть пишите, телефон, пишите, да. Звоните, да, все ваши пожелания обязательно давайте будут учитываться. Давайте возродим редакцию писем. Адрес прежде, что характерно. Почему нет? Редакцию писем, давайте. Тем более адрес меняется практически 58. Тем более, да, письма сейчас в электронном виде. Сейчас все это в электронном виде. Да, пишите нам, говорите, что вы хотите. Ваше письмо получили, и все. Электронный адрес, пожалуйста. Грибоедова и Ненов. Да, Ненов. Эти программы. Вот таким образом это и будет очень серьезная помощь в нашей работе. Потому что мы отдельно от зрителей никогда не существовали. Конечно, вот давайте припомним, все-таки ситуация была принципиально иной, когда в миллионном городе, почти миллионном тогда, и в двухмиллионной с гаком области была одна студия телевидения. А, Филимонов клялся и божился, что он в детстве смотрел Одессу, хотя жил в Николаеве. Да. Это не только в городе и области, это еще в Николаевской области, в Николаеве, в Херсоне. В Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях, да. Граничащие с нами районы, смотрели одесское телевидение. Ну, это зависит еще от погоды, от разных понятно. Условий. Да. Но понятно, что это качественные условия. Вообще, да и зритель был тогда менее претенциозен, и он все еще воспринимал это как чудо-ящик у себя дома с экраном. Не надо в очереди стоять в кино, лезть через забор, смотреть дырочку. И покупать билеты. Покупать билеты, да, и прочее, прочее. Поэтому, конечно, в этом отношении, ведь давайте признаемся, для вас и для нашего примыкающего поколения все-таки были комфортные условия в этом смысле. Любимцы Одессы, любимцы Одесской области. Вот. И вдруг... Прогресс, грянула научно-техническая революция, революция грянула, и появилось у нас сколько компаний? 30 с лишним. В Одессе около 30, по области около 100. Ну, в принципе, это и хорошо. Зритель должен выбирать, кого смотреть, а нас это должно подстегивать. Нет, конечно, но все-таки должен признаться, может быть, это мой порог, вот перед лицом моих товарищей зрителей и коллег, что ностальгия по прошлому, она связана не еще спорно, и с тем, что спорно. У зрителя выбора не было. Если он купил телевизор, заплатил за это деньги, он будет смотреть. Это время уже никогда не вернется. И поэтому давайте бороться за зрителя, потому что зритель без нас обойдется. А мы без зрителя никак. Нет. Да, а вот как вы относитесь к такой реплике, я не буду ссылаться на автора, считаем, что он пожелал остаться неизвестным, это понятно. Но во время одного нашего спора он сказал, когда я говорил о зрителе, он говорит, между прочим, меня на работу сюда, на студию принимал не зритель, и увольнить меня отсюда будет не зритель. Есть как раз у нас еще время обсудить этот вопрос. Но... Логика есть в том, что он говорил? И мораль? Законная логика есть, согласно КЗОТа. А моральная, конечно, это не так. Если зрителю человек не интересен, он должен уйти. Найти мужество себе в этом признаться и уйти отсюда. Да. Кто же в этом признает? Поэтому, может быть, если бы мы не были сейчас на работе, да, при исполнении, то можно было бы поднять, как говорят, на пересыпи фураж за то, чтобы интересы тех, кто делает передачи, и кто совпадали с интересами и потребностями тех, кто потребляет, и с интересами, взглядами и потребностями нашего руководства. Хороший тост был бы, да? Нельзя. Ну, в чем же дело? Сегодня ночью. Пожалуйста, дома. Нет, понятно, мы на службе. Но символически, ведь телевидение – это же фантазийная сфера. Здесь без фантазии нельзя. Вот будем считать, что вот такая фантазия. У нас, режиссер мне намекает, остается, в общем, не так уж много времени, но оно есть. Что такое вообще эфирное время, скажем, сколько у нас там? Ну, минут 6, да, Юля, 7.
Вот. Это ж по эфирному, если считать, то это замечательное время, чтобы каждый мог напоследок высказать свои пожелания. Потому что у нас есть еще очень небольшой, но барзамостный сюжет, который мы припасли на конец. Он был снят вот на этом самом месте, когда отмечали 30-летие студии, ровно середину. Будем прощаться потихонечку. Самые лучшие слова, потому что они должны запомниться. Я очень благодарен нашим телезрителям за отклики, за звонки, за критику, за пожелания, за то, что у нас за это время появилось очень много друзей. И я вас очень прошу, не стесняйтесь, звоните, пожелания, критику. Мы нормальные люди, мы будем это учитывать, воспринимать. Ну, а всем жителям Одессы и Одесской области мира. Костенович. Я бы хотел обратиться не к зрителям, а к своим молодым коллегам. Ребята, все у вас будет хорошо. Любите свою профессию, удача будет с вами. Телевидение – это великое счастье, это чудо-профессия, которая позволяет прожить сотни жизней на своем рабочем месте, и вам еще за это платят. Немного платят, будут платить больше. Не меняйте профессию, оставайтесь преданными телевидению. Виктор Александрович. Ну что, с наступающим Новым годом, который вот сейчас вот-вот прозвучат, куранты, как мы говорим, счастья, здоровья, успехов. Все, что можно еще пожелать. Желательно, чтобы Одесса сохраняла свое лицо еще и в отношении друг к другу, в отношении к нам. Одесситы, в общем, люди при всей их горячности и, может быть, избыточной темпераментности, все-таки люди всегда были трезвые. Всегда понимали, темперамента не бывает. В чем бывает? Я имел в виду общественный темперамент, конечно, общественный, да. Вот. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы люди не забывали того, что знали еще древние греки, поселявшиеся вот здесь, и таким образом положившие какое-то предначало нашему великому городу. Они знали, что если мне что-то не нравится, правда, тогда не было бытового телевидения, но это касается и нас. Если мне что-то не нравится, это вовсе не означает, что это плохо. И наоборот, если мне что-то очень понравилось, это тоже не значит, что это очень хорошо. Это просто значит, что понравилось или не понравилось, мое или не мое. И еще они знали, что критика от критиканства отличается тем, что критика, во-первых, всегда конструктивна и доказательна, а во-вторых, всегда доброжелательна, потому что хуже сделали люди, лучше сделали. Они сделали, они потратили силы, они потратили бесценную валюту. Валюту, жизнь свою. Хоть минуты, хоть часы. Никто ее не вернет. Потратили на это. И это уже стоит того, чтобы анализировать это с доброжелательной точки зрения, ради того, чтобы в следующий раз было еще лучше. И я припоминаю, вот жаль, не написали композиторы и поэты о нас такой песенки, но один актер пел «Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где впервые на сцену я вышел и, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только браво!» – кричал почему-то. Добрый зритель в 9-м ряду. Вот за такого зрителя не выпить, не только потому, что мы, на работе. Ладно, уговорили, пошли. Шановні глядачі, вдячні вам за те, що ви зараз були з нами. Повторюю, де кінець, там усьому і початок. І я попрошу людину, яка була весь цей рік з нами, режисер-постановник наш Юлія Браславська, щоб вона надала на прощання ще один епізод, який поверне нас у минулі роки. Хай ця пам'ять буде завжди з нами. Спочатку? Спочатку? Студійні часи. І що йдуть? Студійні часи. Свідетелі і судді. Того, як всякий раз по ділу і без діла
Звонили мы во все колокола. И три десятка лет мы как один. Стоим, как на часах, сидим, как на иголках. И силимся понять, каким-то гимакаром еще идут студийные часы. Пусть нашу юность поглотил эфир, и время ни на миг не остановишь. Пусть теми мы уже, кому за 30 лет, еще идут студийные часы. Пусть нашу юность поглотил эфир, и время ни на миг не остановишь. Пусть теми мы уже, кому за 30 лет, еще идут студийные часы. Студийные часы, который час покажет ваш экран с начинкой электронной, на скольких вы камнях, и кто рукою твердый заводит вас однажды в 30 лет. Студийные часы, вам сносу нет, мы с вашим ритмом все судьбу свою сверяем. И как бы ни пришлось, и что бы ни случилось, всегда идут студийные часы. Пусть нашу юность поглотил эфир, и время ни на миг не остановишь. Пусть теми мы уже, кому за 30 лет, еще идут студийные часы. Пусть нашу юность поглотил эфир, и время ни на миг не остановишь. Пусть теми мы уже, кому за 30 лет, еще идут старинные часы. Старинные часы еще идут. Старинные часы еще идут. Спасибо.